На это я поднял. Конечно, кормит. Да, сильно выявили. Сборную, 5-й год, это другие, блин, 6-й год. После этих двух моментов мы забиваем гол, что все, игра закончена. А, это ты психологически. Конечно. Настоящий кэп. Вот даже настоящий кэп. Вот мы забиваем 4-й гол. А вот, обнимитесь, а вот же они. Вот мой хороший. Помнишь, я еще забью. Помнишь, я тебе в Петербурге сегодня весь эфир Сергей Пеня, Кто комментирует? Ладно, Серега, извини. Только ради мамы, парень. Сделаю паузу, сделаю паузу минут на 5. Не, просто в Петербурге мы стояли вместе. Я сказал Пеняю, что он выйдет и забьет. Все, он вышел сразу за сборную. Сегодня качнул, вошел в историю, как сам молодой. Был такой? Было. Сегодня, Серега, извини. Ради мамы. Сегодня не торопись. Вот ты комментируешь сегодня, как он может не играть. Он ему обещал майку месяц, все говорит. Если он забьет хотя бы раз головой. Серьезно? Да. И мы думаем, что он как сапогов. Я проиграл. Он уже когда подобрался 10 после первого круга и забыл его 1:20 был стоит. Нет, я помню, я должен все сделать. Пошли, ребят, пошли. Давай.
«Локомотив» во втором тайме. Один удар, два раза дошел до ворота Кинфеева и сразу же забил. Это футбол во всей его нелогичности.